Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch, канал только о смартфонах компании Samsung. Классика все-таки есть классика, тем более, если эта классика действительно хорошая и высокого качества, как данный циферблат, который хочу я сегодня предоставить вашему вниманию. Итак, на данном циферблате выглядит режим AOT или экран всегда включен. Ну а вот так он выглядит во всей красе. Посмотрите, какая текстура, как все четко сделано. Индексы времени, аналоговые вот эти вот области с месяцами, днем и неделей. И также график достижения цели в Samsung здоровье и заряда батарей. Выглядит просто супер. Они так утоплены, и это выглядит прям как вот, ну, по-настоящему, как будто это сделано. Сделано действительно отлично. Эстетически просто правильный. Действительно циферблат. Что мы с вами здесь, дорогие друзья, видим на данном циферблате? Аналоговое время, цифровое время с секундами. Здесь у нас написано, что у меня сейчас включен 24-часовой формат, а также есть соответственный 12-часовой в зависимости от настроек вашего смартфона. Просто интересно сделано вот так вот в аналоговом виде. Показ месяцев, 11 месяц, и красным треугольничком отмечено число месяца и день недели. Потом интересный значок заряда батареи и сам график положения. И вот он отмечен, в каком сейчас состоянии батарея на моих часах. Здесь же виджет погоды, который выводится по вашему усмотрению. Есть две таб-зоны встроенные. Первая, это если мы с вами нажимаем на число месяца, выходит календарь. И вторая, если мы с вами нажимаем на заряд батареи, то выходит у нас настройки заряда аккумулятора, перевод в экономный режим и, соответственно, просмотр некоторых данных. Теперь пройдемся по настройкам. Настроек здесь немного. Нажали, долгий тап, настройки и смотрим. Первое, что здесь у нас с вами доступно, это изменение цвета фона циферблата. Есть, как вы видите, один цвет, второй, третий, четвертый и пятый. Пять цветов, все они интересные. Особенно вот этот вот синенький, но более всего мне все-таки понравился самый первый. Вот такой вот асфальтового какого-то цвета. Выглядит действительно здорово. Следующее, это настроечка цветов стрелок. Также их раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть цветов, и здесь можно настроить какие-то либо яркие, либо затененные вот такие вот немножечко, да. Пожалуйста, красненькие есть. Ну, все-таки белый, наверное, лучше на данном, по крайней мере, фоне циферблата. И последнее, это для того, чтобы настроечка дополнительно, для того, чтобы вывести какой-то виджет в данном случае. Я все-таки выбираю погодку, потому что по ощущениям в этот раз выберу и нажимаю ОК. Все, смотрим мы, как обычно. Пожалуйста, температурка по ощущениям. Циферблат действительно крутой. Как обычно, будет раздача промокодов. И в данном случае кодовое слово для получения промокода будет вторник. Так как сегодня, когда я записываю это видео, у меня вторник. Вам же, дорогие друзья, я напоминаю, что вы были на канале Galaxy Watch. Подписывайтесь на канал, делитесь видео со своими друзьями в социальных сетях, ставьте лайки, пишите комментарии. Естественно, только в том случае, если мои видео были для вас полезны. До свидания, всего доброго и до новых встреч!